Профессиональный баскетбол в Вологде доступен с 3 лет. Специализированный курс для малышей и их родителей «Папа, мама, я» проходит в Сдюшор номер 2. Занятия проводятся раз в неделю, набор в группу еще не завершен. Чем уникален этот спортивный курс, расскажет Мария Поздеева. Хоп, ручку вперед, держи снизу мяч. Стойку тройной угрозы малыши уже освоили, пусть и не в совершенстве. Знают и где применить ее при ведении мяча, передаче и максимально быстром броске. В спортивной школе Олимпийского резерва номер 2 трехлетним ученикам, конечно, подход особый. Правила и базовые навыки осваивают, играя. Баскетбол – это вообще такой вид спорта гармоничный. Тут и ловкость, и гибкость, и жесткость, и быстрота. Ну, про координацию и говорить нечего. Поэтому, чтобы развить ребенка, баскетбол считаю самое лучшее. Занятия проходят в рамках уникального проекта «Папа, мама, я». Он в Сдюшор номер 2 реализуется 2-й год. Упражнения ребята выполняют вместе с родителями. Сначала основные элементы игры, затем более сложное задание. Начало любой тренировки – разминка. Бегаем, прыгаем, мячики бросаем. Во-первых, это интересно, это все-таки общение с ребенком. И физическая подготовка ребенка, и вот взаимосвязь родитель-ребенок. Вот. И потому что мы любим баскетбол, вот решили ходить, заниматься. В семье Аносовых уже складывается настоящая спортивная династия. Около 8 лет здесь обучала старшая Катя. Теперь спортивные горизонты открываются перед ее младшей сестренкой Алисой. Эта школа дала, ну, очень много соревнований, очень много выездов, то есть развивался спорт профессионально. Немного играла в ЧВК, в молодежной команде. Вот, ну, из-за учебы пришлось уйти, но сейчас играю за политех. Я думаю, что это очень важно. Спорт, он вообще сам по себе организует человека. Это тренировки, это сила воли, чтобы встать с утра, идти на тренировку. Это стремление к победам, это умение работать в команде. Баскетбол дает очень хорошую подготовку к школе жизни. Занятия проходят раз в неделю, у детей есть возможность продолжить баскетбольную карьеру. После курсов их могут принять в дошкольную предпрофессиональную группу. Потому возможности для развития масса. Набор в секцию «Папа, мама, я» в Сдюшор номер 2 еще идет. Дополнительную информацию можно получить по телефону 54 30 25. Мария Поздеева, Евгений Тюнев, Вологда портал.